играли Brainstorm, а мы продолжаем с вами проходить Террарию. Продолжаем проходить, на эту серию у меня нету конкретных таких грандиозных прям планов. Что-то поделаем, может ходим там на летающие острова и куда-то еще. В прошлой части, если вы помните, мы сделали адскую экипировку, ну и броню. Броню покруче. Но сейчас я предлагаю вообще не медлить. О, 9 зелий гравитации, нифига себе. Ну и нам это вообще вполне хватит. Вполне хватит, ну что, и полетели получается. Полетели, сейчас будем смотреть. Так, я нашел первый остров. Первый остров. Крюком не дотянуться, ну и ладно. Star Fury. Что такое? Заберу просто стул. Полетели дальше. Ничего интересного. Хочу найти шарик и хочу найти крылья. Шарик я смогу соединить, да, вместе с подковой и облаком, тем самым освободив слот, плюс шка увеличив. А крылья могу повесить, да, и за счет ракетных ботинок, которые в скором времени, я надеюсь, купить у гоблина. Высота полета будет мега крутая, короче. Уже люто буду летать, рассекать. Ну, найс остров, кстати. Найс остров. Не знаю, наверное, не буду заниматься в этом прохождении квестами рыбака, потому что, ну, зачем? Слишком скучно, наверное. Ну, конечно, кто хочет, напишите, да, кому будет это интересно смотреть, но лично мне кажется, что это будет максимально скучно и неинтересно. Тебе должна быть хоть какая-то динамика, хоть какое-то сюжетное продвижение, а не рыбалка с квестами, что-то нудно. А только я отключился, сразу тут остров еще один. Ой, что такое? Так, проверим запись. Запись идет замечательно. Вторая Star Fury, только уже за чаром похуже. Ну окей, чё, продвигаемся. Продвигаемся дальше. А как это объяснить? Ну, я думаю, вы сейчас видите по карте, да. Найс, я вылетел только, и сразу еще один остров. Ну тут маленький домик, вот тут, мне кажется, и будет как раз таки или крылья, или шарик. Да, шарик есть, шарик на месте. Берем все. Стена мне это не нужна. А, это что такое? Найс. А, я готов даже это просто вырезать, заскринить, да, но в обратном порядке просто. И вставить. Ну и крылья. Ну, по факту все, я все нашел, только я еще хочу полутаться. Просто полутаться, просто ради того, чтобы там продать шмотки или еще что-то. Найс, я хоть запись включил, а то сейчас обосрусь. Нет, все окей. Еще раз проверю, боже. А, это первый раз оно такое. Я думаю, вы не удивлены. Надо зелье выпить. Не удивлены, что в этом летсплее у меня такое происходит, да. Не только это в первый раз. Еще другое. Другие события, да, случайные. Это просто жесть. А, ну и, кстати, хотел сказать, если вы смотрите это видео, скорее всего, я в него уже в начало вставлю новое интро. Новое интро, я над ним сидел, пыхтел там около 2 дней. Ну, понятно, с перерывами, не полные сутки, конечно же. Я же адекватный. Вроде бы адекватный. Но получилось довольно годно, я считаю. Но мне оно подходит, наверное... Ой. Оно мне, наверное, подходит лучше, чем прошлое интро мое огненное, да, потому что, ну, канал все-таки типа Brainstorm, да, типа шторм, типа гроза. Типа все такое должно быть молния электрическая, там, хотя бы какое-то водное, да, типа дождь. Ну, короче, получилось довольно прикольно. Я думаю, вы это увидите. Просто единственное, я не нашел еще звука. Звука под это интро, надо какой-то звук, я вот даже хз какой. Ну, я поищу, я сегодня, я думаю, этим займусь. Найти звук под интро, это не так уж, я думаю, сложно. Ну, чтобы авторские права... За авторские права не изнасиловали, а так все будет окей. Так, тут еще остров.
Еще остров. Ну, я ничего не хочу тут уже найти, типа. О-о-о! Ну, это будет лучше. Эти крылья будут явно получше. Типа, охранные крылья, да, потому что, ну, урон я хз качать. Я до сих пор не знаю, типа, во что мне качаться, в урон или же в защиту. Защита будет неплоха, да, я могу меньше получать по лицу. Но с другой стороны, на время битвы с Императрицей Света днем, ну, это будет на очень в нескором будущем, но будет. Потому что терапризма это просто must have. Выпью еще одно зелье, что жадничать. А мне там защита вообще не пригодится, и придется перечаривать все на урон. Поэтому я хз, стоит ли по два раза перечаривать сейчас все на защиту и потом на урон. Или же сразу забить на защиту, да, просто лучше уклоняться более потно. И просто чарить на урон, да, вносить больше урона. Потому что крита нету. Я бы качал крит, конечно, потому что... Ну, какой дурак не качал бы крит, да, на призывателя, при том, что миллиард существ призывных. Вот и я о том же, не знаю. Поэтому урон. Скорость, а хз, скорость атаки, да, ради хлыста. Ну, хлыст не так много ДПС вносит. Там, по-моему, кстати, еще один остров. Да, только рыбацкий. А зачем оно мне, правда, я вот понятия не имею пока что. Пока что понятия не имею. Так, джунгли. Я, кстати, на земле тут не был, на земных джунглях этих, поэтому не знаю, что тут можно найти еще. Не знаю, что еще можно найти. Ну, летим. А, ну вот мы добрались, кстати, до того места, там, где внезапно заспавнилось два короля слизни без призывалки. Тут сейчас два дерева будут, по-моему, или три даже. Во-первых, я нашел посох зяблика, но это было слишком поздно. Ну и вот эти платформочки, да, на мини-карте можно видеть. Там, где я выбивал еще потрепанную ткань с гоблинов-разведчиков. Ну и, кстати, там, походу, все острова. Вот, кстати, гарпии спавнится. В среднем, если спавнится гарпии, значит, где-то близко находится блок в воздухе. Ну, в среднем, да. Потому что мобы спавнятся от блоков. То есть, если есть мобы, значит, есть блоки. Ну, это не про сейчас, видимо. Да, тут это, скорее всего, от дерева заспавнилось. Окей. Просто убираем этот баф. Ну и что мы имеем? Имеем крылья, имеем вообще все. Надо искать гоблина идти. А искать гоблина... Сейчас надо будет это рассортировать все, и я вернусь. В общем, ничего годного мне в голову не пришло. Я подумал и решил. Думаю, ну го строить арену в джунглях уже, да, для королевы пчел. Следующий у нас по очереди, да, королева пчел идет. Может, найду там парочку сердец, да, чтобы у меня был уже фулл реген и все такое. Так, а можно не отходить, кстати, от дома, не телепортироваться, это очень полезно. Хотя вот я хз, надо глянуть сейчас, где деревьев попилить. В джунглях они какие-то коротенькие. Ну, я сюда ходил, да, ломать большие деревья. Можно вот сюда сходить, сломать вот это, ну... Так, не сильно хочется. Да окей, ладно, можно тут поломать. Просто спилить. Да и все. Ну и вернусь уже, когда буду в джунглях. А что это за молодой человек? Возможно, не молодой. Валяется у меня под домом. Я хочу взять жезл баллист, но он не юзается, типа. Я не знаю, как это... Или в мультиплеере он должен юзаться, да? Жезл вот эти всякие. Или я хз как. Ну, короче, он должен как-то юзаться. Тирянское нашествие, я не знаю, возможно, буду проходить, возможно, нет. Ну, так, это не сильно интересно. Кто захочет, да, напишите. Я над этим подумаю. Обязательно. Так что, продолжаем добывать дерево. Какой же все-таки кайф добывать древесину, когда у тебя нормальный топор, а не медный. А нам сюда. Да. Не ошибся. А, кстати, ошибка. Я ошибся. Нужно закупиться у подрывника. Закупиться динамитом у него. И скрафтить липкий динамит. Я думал, стака одного хватит. До 99 штучек липкого динамита.
Я не буду сильно прямо копать ровненько киркой, зачем это делать, да, динамитом. Прокопаю, потом останется просто подровнять. Поэтому... Ну и платформ, да, у меня там древесины, поскольку 700 штук. 700 древесины. Кстати, надо будет у дриады купить также катки для семян, чтобы выращивать растения для зелий. Ну, это в будущем уже. Может, даже в конце этой серии сделаем, а может и в следующей. Посмотрим на хронометраж ролика, не хочу его сильно затягивать. Не хочу его сильно затягивать. Кстати, хотите прикол? Я сейчас, походу, потрачу это время на поиск улья, потому что ульи мы не находили, оказывается. Я-то думал, что мы его нашли, а на самом деле нет. Типа, у нас найден, смотрите, найден данж голема. А улья я вроде нигде не вижу, так. Мне казалось, что он где-то был, но я... Не, мне, наверное, показалось. Вот тут его нигде нету, да. А тут уже джунгли заканчиваются, поэтому... Он, скорее всего, где-то вот в этой части. Возможно, стоит поехать, допустим, вот сюда куда-то и начать копать вниз. А, кстати, фея, да, что она хочет? Что я тут не забрал, я тут хз, но сейчас глянем, что она хочет. Если будет сердце, я очень обрадуюсь, потому что сундуки мне вообще не нужны сейчас. Ну давай, боже, иди. Я, конечно, спущусь вниз, да, мне не впадло, но... Ну, кстати, вот в левую часть, да, можно было пройти. Я сейчас поэтому буду динамитом потихонечку прокапываться. Надо только факела расставлять, потому что, я думаю, вам нихера не видно будет. Вам будет не ви... Тихо, 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 сейчас отлечу еще от слизня. Слизень опасный. Слизень опасный, тип. Я не знаю, где этот... А вот и улей. Найс, не знаю, кстати. А Найс меня по голове валун жахнул. Я даже кнопки не увидел. Ну, мы нашли улей, да? Он вот если... Ну, короче, сейчас гляну на карте даже. Кстати, фея ведет к улью, и, скорее всего, там сердце, потому что сундука там быть не может априори, да. Поэтому, ну вот, смотрите, да, я так и думал, где-то в этой стороне. Ну, значит, где-то вот на вот этой вот части будет арена. Я сделал небольшую, а потом под плантеру буду после мехов расширять как-то. Как-то будем это дело расширять. Так, ну вот я и на месте. Сейчас наглянуть просто какой... Потому что вот тут улья, я так понимаю, нету уже. Ну, в ближайших блоках, да. Кстати, еще одна фея там, скорее всего, значит, что-то лежит. Улья, возможно, будет вот такой продолговатый, да. Или там более в левой части будет его продолжение какое-то. Ну, сейчас глянем. О, сердце. Сердце — это норм. Все, у нас full хп теперь. А нужно теперь еще одно сердце хотя бы, чтобы лампу скрафтить. Ну, а так все. А так все будет окей. Ну да, скорее всего, та фея розовая перед моей смертью да показывала именно сюда. Я буду пользоваться динамитом, я не... Ну, мне все равно, я все равно смогу скрафтить потом призывалку. Кстати, улей... О, сундук в улье. Это когда такое бы было вообще? Ну, я начинаю тут, наверное, раскапывать сейчас все это дело. Кстати, улей вверх вообще пошел, класс. Но мне не очень такое нравится. Обычно мне такое не очень нравится. Ну, а там кто меня спрашивает? Это не то место, где можно спрашивать. Так что... Сейчас надо выкапывать, и я вернусь, наверное, к вам. Так, а вот мы с вами... Надо отменить прислужников. Они сейчас жахнули бы просто по кокону, и была бы жопа. Меня там кокнули. Так, ну это неинтересно. Я бы такой, чтобы выбраться отсюда, вода мне пока тут ничего не надо. Кстати, сделал такое озерцо небольшое с медом. На будущее, да. А, возможно, знаете, как я сделаю даже? Я сделаю вот так. Вот такой слой, да, еще. Поверх. И сделаю там платформу, да, чтобы можно было.
Да ёб. Конченые пчелы вообще бесят. Гниды. Я, наверное, их тут заставлю вообще грязью сейчас. Чтобы они мне просто не мешали. Так. Таким вот образом. И сделаю вот тут, допустим, платформы, да. Можно даже сейчас пару платформ из красной древесины создать, типа, чего нет. Все равно красная древесина мне пока не нужна. Ну так мы, допустим, бегаем, опа, упали. И бафнулись, да. Захилились. Твою мать. Сейчас без прислужников тяжко что-то, да. В этом я... Да ну ёб, конченая просто хвататель. Их, офигеть, их сколько заспавнилось. Их 5 штук тут, да? Сколько? 5. Справедливо. Очень справедливо. Тогда делаем таким образом. Ну и все, и буду сейчас копать. Ну копать, сейчас динамитом буду копать. Вот все дело. Короче, увидимся. Короче, типа что-то вот такого получилось. Тут миллиард мобов спавнится, это просто раздражает максимально. Небольшая такая комнатка, я думаю, для арены там вполне хватит. Ну, для Плантера будем расширять, конечно, в будущем. Очень много золота падает из чего. Это вторая уже, если что. Типа я одну вот убил, вот у меня два металлодетектора есть. Выбил ралли просто, который не нужен. Крюки тут разные, короче, компасы. Ну, это не сильно интересно, просто... Опа, а вот это приятное завершение по ходу серии сейчас будет. Пакетные ботинки плюс столик. Сейчас мы ему сразу сбагрим это все. Этот кал весь ненужный. А, так, что мне не надо? Древний железный шлем. Тут тоже нафиг надо, по факту. Поселить я его могу уже, в принципе. Перековать, шипохват, его перекуем. На какой-то покрасивший мне можно. Ну, дикий, допустим, да, окей. Ну и шустрый посох беса тоже хочу. Вот смертельный. Тоже норм. Кирку бы на скорость. Плюс 4 к скорости. Ну, пойдет. Я не хочу сейчас сильно этим заморачивать голову себе. Телепортируемся домой. Я сейчас поставлю где-то этот столик инженер. Думаю, где-то вот здесь. И сейчас начнем крафтить аксы. Смотрите, делаем... Спектральные ботинки раз. Находим в сундуке аксессуар аксельбант. Браслет ветра делаем сюда. Ух ты. Я сделаю это, почему нет. Молниеносные ботинки делаю 2. Их одеваю. Все, это уже крайняя степень. Теперь банка с шариком делаем. Снежную бурю нам нужна, снежная буря в шарике. И подковка. Подковка. Делаем белый подкованный шарик. Все, смотрите, сколько места под аксессуары освободилось. Миллиард. Я еще сюда, допустим, могу засунуть. Даже не знаю, что засунуть сюда. Могу ботинки засунуть вторые, да? Могу вторую банку засунуть. Давайте пока пусть вторая банка повисит, а там, да. Посмотрим. Ну, теперь смотрите, насколько высоко мы можем летать, во-первых, да. Просто там мега сильно. Это мега сильно, просто супер-пупер сильно. Еще и скорость движения просто лютая. Мне нравится, меня устраивает. Приемлемо, так сказать. Сейчас запрячем это все. Дело. Сундуки. Кстати, все, в сундуках место закончилось у нас. Надо ставить новый сундук. Куда его поставить? Так, куда-то надо поставить, прилепить. А я сейчас сделаю платформы просто. Допустим, где-то вот тут. Платформу поставлю сюда, сундук. Почему нет? Положу сюда остаток блоков всех. А, ну и трактирщик, кстати, поселился у нас. Сейчас мы ему продадим тут остаток чего-то. Ладно, не принципиально сильно. Ну, вот такая вот серия получилась. Гоблин где-то там бегает еще. А, он не бегает. А, он поселился. О, красавчик, гоблин. Теперь мне нужно просто победить скелетрона, найти механичку, посадить ее с гоблином, и мега зачар будет. Мега дешевый зачар, я бы сказал даже.
Ну, по аксессуарам, да, ничего интересного я не втыкнуть не могу. Могу втыкнуть, конечно, мозги и запутанности, но крит мне сейчас не нужен. Мне нужен просто на битву с императрицей света дневной. Ну, кандалы бесполезно. Что сюда хотелось бы найти еще? Ну, скорее всего, да. Я бы не отказался сюда, конечно, шарф-червь, но мы не в том мире находимся. А позднее это делать, ну, как-то хз. Посмотрим, короче, понадобится или нет. Ну, сюда, сюда после пчелки я повешу ожерелье пигмеев, которое дает плюс один к миньону, и все будет окей. Ладно, на этом я буду заканчивать свою серию. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии, зовите друзей. Всем удачи, всем пока.